Внеочередным выборам президента страны готовятся в Шымкенте. Ожидается, что в этом году голосовать будут на 230 тысяч человек больше, чем на выборах в 2016-м. Поэтому в городе увеличилось и число избирательных участков. Подробнее об этом Алибек Байшуленов. Шымкент впервые в истории проведет президентские выборы в статусе города республиканского значения. Быстрый рост населения города привел к созданию 25 новых избирательных участков. Сегодня их в городе 260. Теперь особое внимание – формированию точных списков избирателей, говорят специалисты. В Шымкенте насчитывается 569 375 избирателей. Сегодня специалисты занимаются подсчетами, выясняют прописку избирателей и вносят их в централизованную государственную базу данных физические лица. Итоговые списки будут готовы 20 мая. Для удобства избирателей на сайтах региона представлена полная информация о границах месторасположения комиссии и адреса избирательных участков. Работает и колл-центр. Наша задача – обеспечить им все условия для голосования. Как сообщили в городской избирательной комиссии, созданы условия в Шымкенте и 30 тысячам гражданам с особыми потребностями. Впервые в Шымкенте все избирательные участки будут обеспечены необходимыми дополнительными удобствами для граждан с ограниченными возможностями здоровья, тактильными досками, лупами-увеличителями, трафаретами, аудио- и видеоматериалами. Между тем, в Шымкенте продолжается обучение специалистов, участников избирательного процесса. Свою правовую и юридическую грамотность повышают 2356 членов избирательных комиссий. Алибек Байшуленов, Нурмахан Мусатов и Нурмахан Бекмуратов, Шымкент, Хабар 24.